день, друзья. Приехал я с вахтовой работы. Был на Западной Украине. Сначала в Ужгороде. Потом переехали в Ковель. Но я приболел, вернулся. Не знаю. И дома болею, так что может к лучшему, что не тянул, сразу поехал домой. Стремновато ездить в наше время, конечно. Это мобилизация, это ЦК. Меня, в принципе, не трогали. Были документы на командировку. То есть все. И по обновленным данным у меня все нормально. Ну, местные жители в Ужгороде жаловались, что у них ТЦК там не шутит, пакуют всех. В Ковеле вообще там в сентябре люди пикетировали ТЦК. То есть проблемка есть такая. Меня не трогали, даже документы не проверяли, ни полиция, ни ТЦК там во Львове, на вокзале, еще где-то. Единственное, что перед Мукачево на блокпосту, там погранконтроль есть, короче. То есть видно, сразу отрабатывают, кто намеревается за границу уехать. Короче, остановили автобус. Пограничник проверил все документы у чоловіків и попросил выйти меня и еще одного хлопца. Он мотивировал свою поездку на Западную, типа едет отдыхать. Ну, я показал документы на командировку, меня отпустили. А вот этого мужичка уже на автовокзале Мукачево, ну, встречали работники СБУ, что-то с ним беседу проводили. Так что такие дела, стремновато ездить, конечно. Потому что могут запаковать так ТЦК и на документы даже не посмотришь, что у тебя там все нормально. Уже не один такой случай был. Так что так. Пока лучше дома посижу, выздоровлю, а там будет видно, куда на работу. Всего хорошего вам.